Уверенно вам заявляем, баскетбол в Бобруйске жив. Мало того, он развивается и ежегодно улучшает свои результаты на областной и республиканской аренах. К высоким достижениям ведет тернистый путь. В начале такого сейчас и находятся наши юные баскетболисты. Второй тур юношеской лиги выпало принимать городу на Березине. В гости пожаловали Осиповичи и Речица. Игры хоть и проходили в честной борьбе, но однозначно все сражались за каждое очко. Это слова Олега Щепетова. Юный баскетболист уже на протяжении 2 лет оттачивает свое мастерство в этом виде спорта. Постоянное движение, ответственность не только за себя, но и за каждого партнера по команде и, конечно же, здоровый образ жизни. 3 компонента, которые Олег выделяет в игре. Мальчик знает и качество успешного игрока. Скорость, внимательность. Ну и координация, чтобы не падать просто, ну, с ровного места. Тренер у нас вообще отличный, мы вечно тренируем видение, это броски, игру командой. Перейдем непосредственно к игре. С первых минут спортсмены из Речицы дали понять, проходным матч для хозяев точно не будет. Но частые ошибки и слабая реализация моментов не дали шанс раскрыться на площадке гостям. Бобруйчане же на протяжении периода ввели с хорошим запасом. Уверенно, но и не без нервов. Довели дело до конца и перебросали соперников. Желание большое играть, забивать, побеждать. Вот только тогда у него будут результаты не только в игре, но и в жизни, соответственно. Будем стараться побеждать. И бобруйский баскетбол постараемся поднять. Стоит все-таки отметить, в таких турнирах важен не результат, а возможность увидеть и раскрыть юный талант. А вот после уже сделать из него настоящего профессионала. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.